Спокойной ночи, котики. Мягкие животики. Вот так вот спит курильский бобтейл. Такой вот маленький домовенок. Прячется. Если кошка прячет нос, значит будет на улице мороз. Кошки лучшие синоптики. Котик спрятал носик. Значит, прижмет морозик. Но нам в такой шубе морозик не страшен. Шуба вон какая натуральная. Доброй ночи, малыш. А может быть, он прячется просто от нас, что, мол, отвалите уже, ложитесь спать. Показывает хороший пример. Ложится в 9 вечера, как положено прям. Встает в 5 утра. Все как надо. Будем учиться у котиков. Ложиться раньше и вставать раньше.